Други мои, всем привет! По говядине улетай. Вот передняя часть, да? Вот она лопатка, вот ребра уже поделил. Здесь я вот отделяю мякоть от ребрышек, ребрышки зачищаю. Мясо хочется подготовить и на гриле, и на и полностью, в общем. Поэтому вот с помощью, я говорю, вот такой вот цабельки, она прям супер. Зачищаем косточку за косточкой. Для обольцовки мяса вот сделал, по-моему, эскизом в стиле якута, чтобы точить относительно можно было самому, без этих профессиональной там подгонки на брусочках. Еще вот посмотрите, вот видите, здесь кость отделена без, чтобы как бы было без никаких мелких косточек. Вот. Так бы, конечно, если бы она была, было бы эти томагавки или как они, форму бы лучше держали. Но у нас так. Други мои, ну вот, моя вальцовка. Мясо, да, тут, конечно, осталось все. Сейчас давайте специалисты пусть выскажут свое мнение. А дальше смотрите, что у нас получится. От кости, что отделили от ребер, вот будет. На глазах придумал, будет рулет. Рулетик давно не было. Здесь кусочек мяса. Здесь вот видите, грудину отделяю по хрящам. И сейчас вот здесь вот. Вот он. Осык. Сейчас тоже осычок. По осыку все разделаю. Смотрите. И моя оговорился, не осык, а как его? Сустав. Сустав, суставчик вот он. Вот. Доверяйте всегда, всегда ножику, ножику. А вот такому, такому, который сам пилит, это вообще просто, не знаю, посмотрите, хопочки. Вот так вот хоп. Я не знаю, блин, на камеру. Вот, постараюсь еще раз показать. Раз. Знаешь, вот и вся, вся любовь завяли помидоры. Вот посмотрите, каких мы сейчас имеем два кусочка. Вот это вот с верхней лопаткой, вот кусочек и реберная часть. Это у меня пойдет в смокер. Будем куражиться. Будем куражиться. Здесь вот я грудину отделю. Здесь вот мякотушка очень тоже вкусненькая. Грудинка обязательно. Это супчики, это навар, это бешбармак, это наваристый кусочек обалденной мясца. Вот такие вот дела. Вот она грудина. И вот она тоже мякотушка. Ну, наверное, целиком оставлю. Подумаю, что с ней делать еще. Будьте с нами. Решил вот из грудины посмотрел. Приготовлю всем пресловутый брискет. Или как там? Брискет. Как там правильно? Называется он из одной половинки грудины. Вот посмотрите, вот такой вот. Это внутренняя часть, вот она. А вот наружная. Так, ну здесь я говорю, на брискет я никогда не готовил. Я немножко, конечно, мясо немножко не так
разделал. Но тем не менее, так, принцип там один, мясо, принцип один, чтобы вкусно было. Чтобы вкусно было, да? Так, и он, как говорят, этот близкий жир не любит, что ли? Ну, мы давайте чуть-чуть постненький джи сделаем. Брискет. О. Вот такой кусочек еще брискета. Мне просто смешно. Брискет, брискет. Мясо, мясо. Будьте с нами. Все рождается в процессе. Вот мы имеем вот такую вот реберную часть. Вот. Просто солим. Вот видите, просто. Просто Мария. Все, все, все вкусное, предельно просто и легко. Берем вот паприку. Паприка душистая, это подарок Мехмеда. Я с Турции привез. Обалденная. Так, ну что, вот. Берем просто, просто Мария, да, просто подворачиваем, да, хопочки, и вот сформировали вот такое вот чудо. Фиксируем. Вот такой вот, посмотрите, рулетик получился. Выкладываю его вот на противень, наливаем теплую воду вниз, закладываем этот рулетик в печку. Вот. Я тут уже налил бадом. Температура 100 градусов. И погнали марафон. Часов 5, будьте с нами. Так, другие мои, ну что тут вот мясо осталось, обрезки. Как обрезка? Некондиционно. Ну как, вот видите, кусочки такие вот. Ну что ж. Вот такие вот разные. Это же не будем выкидывать. Берем просто, нарезаем произвольной формы. И сейчас курдачок замутим. Казанов на грели. И вот эти обрезки мяса, которые идут. У кого-то на фарш, у кого-то, ну, на разное. Ни в коем случае не выкидываем. Не поваляешь, не поешь, да, говорят? Вот так вот. На большом огне идем обжарочку. Обжарку сделали, а теперь засыпаем лучок. Пуливаем крупно нарезанный лук. Тут мельчить не стоило и не стоит. Убавляем огонь на самый минимум. Опа-на! Не поваляешь, не поешь. У меня на плите все стерильно. Кушать буду один, нет, Вилич должен подгрести.
Вот так вот, други моя. Вот этот момент мы солим. И даю паприки. Накрываем крышкой и вообще не трогаем его. Вообще не трогаем. Други мои, посмотрите. Айран от моего джигджата и осели. Посмотрите, вот. Вот айран Made in Kazakhstan. Во. Вот это вот айран Made in Kazakhstan. А где компот? Посмотрите, красота какая. Это же в Турции это называли йогуртом. А у нас айранчик. Он вот так не пьется. Только ложкой, только ложкой. Вы посмотрите, что творится на улице. Миша, это что такое? Ураган. Вон по крыше, посмотрите, как дождь. Пыль летит, льет. Смотрите, что вода какая. Обалдеть, обалдеть, обалдеть. Все, вот. Посмотрите. Все. Кино не будет, свет отключили. Все. Ильдар Вильевич, показываю. Вот когда лук растворяется, значит, уже мясо готово. В этот момент мы берем и перекладываем в тарелька. Посмотрите, красота какая. Камера, мотор начали. Други моя. Ну и вот, посмотрите, настоящая мужская кухня. Айран отосели. Джигджата моего. Не, осель это жена джигджата моего. Вот, в тарелочку. Без никакого этого. Посмотрите, вот жирочек, вот мы как любим. Берем айранчиком. Раз и... тает в роте. Будьте с нами. Живите богато. Всем благ, здоровья, благополучия. Ставим лайки, майки, драйки. Подписываемся на канал на Деда Сфабрично. А у нас с тобою все в порядке. Хопочки. Хопочки. Так, мы сейчас вилочкой. Оп. Вот так вот, так вот, так вот. Опа-на. Вот, посмотрите на эту красоту. Ну что, посмотрите. Вот оно. Рулетики. Сегодня, говорю, вот не хотел экспромтом. Раз, 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 раз. Везде должен быть экспромт. Везде экспромт. Вот. Сейчас мы тут это все снимем. Разделим. Вот так вот. Вот так вот. Так, и что? Вот, Ильдар Юрьевич, давайте вот тут вот. Подходите, не стесняйтесь. И с этой стороны начинайте снимать. С той стороны обойдите. Вот. Ну. Разрез. Разрез, разрез, разрез. Посмотрите. Сочность, посмотрите. Вот. Видите, да? Все.
Супер! Супер! Так вот, самый хороший кусочек Ильдар Вилючу. Сейчас я ему... Ах, тут веревочка, чтобы Ильдар Вилючу в зубки не попалось. Аккуратно вот так вот. Раз. Ох, немножко он развалился, но тем не менее. Вот в тарелочку. Посмотрите, идите. Вот, посмотрите, какая красота. Это мы тоже ему доложим. Мы люди не гордые. Мы себе вот краешек поставим. Мы люди простые. Ну, проба. Други моя, вот он наш рулетик. Вот тарелька. Вот айранчик. Что? Ну, давайте рулетик. Ну, а что в рулетике еще показать? Сочность вы все видели. Проба, дегустейшн. Как колодец. Рулетик. А реально, мешка. Он просто... Посмотрите, вот оно. Само. Без никаких усилий. Вот раз. Оп. Обалденно. Всем здоровья, благополучия, удачи.